Обновленные пляжи Анапы принимают гостей. В этом сезоне цвет курорта белый. Именно в этих тонах оформлены территории, которые стали более комфортными и доступными. А вот настроение теперь будет задавать пляжное радио. Новый проект телерадиокомпании «Анапа Регион». Пляжное радио вписывается в новую концепцию нашего ребрендинга общей территории. Проект стартовал впервые этим летом на двух самых больших пляжах – Центральном и Витязевском. Время вещания ежедневно с 8 утра и до 7 вечера. Люди, которые приходят на пляж, не приходят прежде всего отдыхать. И поэтому мы, открывая пляжное радио, учли все эти моменты и тот же контент музыкальный подбирали с этим учетом. Это мелодичная, красивая, гармонирующая с морем музыка. Ну, помимо этого, у нас будут информационно-рекламные блоки, где мы постараемся довести полезную информацию. Ну и, конечно, сказать о том, что, где и когда будет происходить интересного в Анапе. Здесь есть исторические рубрики о том, почему, например, Анапа называется Анапой. Есть рубрика по названиям улиц города, потому что очень многие отдыхающие, да и анапчане, не знают историю улиц города. И, конечно же, есть рубрика, медицинская рубрика, называется она «Отдых без проблем». Надеемся, что от тех, кто будет отдыхать в этом году. В замечательном городе-курорте Анапа отдых будет действительно без проблем. Не случайно символом пляжного радио стал апельсин, который дарит заряд бодрости и хорошего настроения. И сегодня на презентации проекта все желающие смогли испытать на себе действие этого жизнерадостного фрукта. Пляжное радио. Отдых, как песня. Дети и взрослые от души наслаждались сочными фруктами, которые так похожи на анапское солнце. А в завершение всех маленьких участников ждала шоу-программа с пиратами и русалочкой. И, конечно, подарок на память – акватату с логотипом пляжного радио. Вообще неожиданно, да. Вот так вот вышел на пляж, а тут вот все так интересно для деток. И фотографировать с аниматорами. И они с ними играют, и подарки раздают. Все очень хорошо. Мне этот праздник очень понравился. Спасибо пляжному радио за такой праздник. Апельсиновое настроение – один из подарков от нашей телерадиокомпании слушателям. Ирина Меркурьева, Михаил Григорьев. С музыкой у моря. Анапа Регион.